ты здесь? Я вас не звал! Идите нахуй! Пора домой, в Колобанку. Все, всем пока! Ну иди сюда, говно собачье. Извини, друг, но домой тебе придется лететь одному. О, shit. Here we go again. Все, например, ходили в музей. Да чего я там не видел? Иди. Ой. Друзья, сегодня мы открываем памятник знаменитому Колобку. Мне? Нет, твоему дедушке. О его приключениях и подвигах ходят легенды. Он не только... Ой! А что это вы там делали? А что я тут делаю? Давай по новой, Миша, все хуйня. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Я же сказал, убирайся! Откуда вы взяли этот телевизор? Ну, строго говоря, это не телевизор. Откуда? Мне его подбросили. Кто? Колобок в пальто! Нашел? Нет. Да. Алло. Да-да. Ну, как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Ты кто такой? Михаил Павлович. Бабуля! Библиотеку грабим! А? Ах вы... Начинаем наше без... Супер-пуп... Нет! Супер-пуп... И начинаем наше беспрецедентное супер... Не кулинарное, очевидно кулинарное, очевидно кулинарное, очевидно кулинарное. Приятное ток-шоу «Штрафной круг». Сегодня у нас в студии профессор Мегабит и профессор Мегабит. Чё за хуйня? Поливали. Уважаемые зрители, как все вы прекрасно знаете, переписка Антона регулярно публикуется в газете «Вести». Не видела. Темно же было. Да ну на! Если было темно, это еще не значит, что нужно выдумывать. Но я не выдумывал. Иди на... А ты нам еще про инопланетян расскажи. В расследовании не место, только... Главное в раскрытии преступления определить мотив. И мотив этот был только у одного Колобка. Дима Димыч! Но одного мотива мало. Нужны доказательства. А вы думаете, я зря вас привел? Место, в котором он пишет свои треки, место, откуда вылезает вот это вот... Преисподня! Вы готовы? Раз... Два. Смотрите. Молочные коктейли в кафе «Мышка». Иди нахуй. Да блять. Нихуя себе, блядь! Ребята, смотрите! Иди нахуй! Сетевой порт... Нихуя себе, блядь! Я знаю! Атоса украл почтовый вирус по имени... Гитлер! Хочешь, покажу пенис? Не слышу! Хватит болтать! Готов? Иди нахуй! Да ты чё? Блин!
мной. Мои открытия! И что теперь делать? Мать штаны и бегать. Бежим! Делай, как я! Нихуя себе, блядь! Гонщик нелегальный. Едешь на всей скорости. Профессиональный. И? Что, непонятно? Это письмо с докладом об истории интернета хранится в почтовом ящике Антона. И? Непонятно. Это письмо с докладом... И? А ты заебал! Извините. Что? Кафе просканируй. Извините. Вы нашли Атоса? Какой Атос? Мы Атос ищем. Кто, блядь? Ну все, хуй в шляпе, тобі пизда. Дзвоню до Миколаєвича. Алло. Хуем по лбу не дало. Миколаєвич, треба твоя помощь. Говно вопрос, братик. Виїжджаємо. Я нашел адрес. Бежим. Быстренько. Стоять! Мой дом! А почему гангстер поселился именно здесь? Знаю! Найдем? Спросим! Он тут живет? Ну, баги, битые баги, крытые баги, ну и прочие баги. И где-то среди них живет гангстер. Дружище, подскажи, где на... Баги! Где? Чего это он исчез? Так это ж временный лагерь. А из стекла исчезает самый неподходящий момент. Ой. Смотрите, какой страшный дом. Не может быть. Наверное, дома никого нет. Глюк. 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 Дай, сука, блядь, заткнись! Ё-моё! Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Кто? Меня зовут Виталя, и я реальный хер. Мы пришли тебя освободить. Ой, бесполезно! Чтобы открыть замок, нужно знать пароль. А пароль я вам не скажу. То есть ты знаешь пароль и не хочешь себя освободить? А смысл? Значит, первое, в интернете у меня никого нет. Пятое, от меня... Учи уроки, дебил! Девятое, отовсюду меня... Двоечник ты! Я никого не нужен! Ты нужен нам! Зачем? Не зачем! Я тебя поймал. А, молодец! Круглая операция. Вы бы видели, как я их там гонял. Кстати, знакомься. Гок. Гок. Это Клаб. Спасибо, что освободили. А теперь отвечайте, кто вы такие, что вы делаете в интернете и главное, чем я могу вам помочь? Зовут Виталя. Ну да ладно, начнем сначала. Так мы и оказались в интернете. И теперь нам нужно срочно найти Майдум. А то Колобанга исчезнет. Поможешь? Нет. Для начала давайте где-нибудь спрячемся, а то нас опять поймают. Не боись, со мной не поймают. Не двигаться!